Делегация Ульяновской области отправилась в Ростов на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна. Весна Победы». В этом году фестиваль из-за пандемии коронавируса пришлось перенести с весны на осень. От областного дворца бракосочетания отправились два автобуса с студентами трех ульяновских вузов, вошедшие в делегацию. В этом году мы едем в составе 45 человек. Представлены мы во всех номинациях, кроме региональной программы. Но просто в этих условиях немного трудновато было собрать, потому что нужна площадка и тому подобное. Ну и, во-вторых, в связи с обстановкой в мире может случиться такое, что какой-нибудь участник может выбыть из основных, поэтому лучше не рисковать и уверенно выступить с номерами. Рядовые участники надеются на победу, продуктивное общение и отдых. Возможность выехать за пределы региона считают удачным случаем. К состязаниям морально готовы. В этом году в приоритете индивидуальные выступления. Сложности по оформлению медсправок и документов все успешно прошли. Ребята знают, зачем едут. Круто показать себя, круто провести время, отдохнуть на юге, может быть, немножко. В общем, вот. Отправили видео, победили, едем. Как готовились? Ну вот последние 10, примерно 12 дней мы тренировались, чтобы показать свою танцевальную постановку. По отзывам взрослых, тех, кто прошел через этот фестиваль еще тогда, когда он зарождался, у ульяновской делегации есть все шансы на победу, как в командном, так и в индивидуальном зачетах. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ.